Мальцева Валерия, 9 лет. На конкурс дети читают стихи. Стихотворение «Памятник». Вот цветы Аленка собирает. Самый лучший собрала букет. И с вопросом к маме подбегает. Мама, что такое монумент? Мать и дочь идут аллея парка. Вдоль огромных молчаливых плит. А на них венки пылают жарко. Тише, люди, пусть солдат поспит. Он под пулями прошел немало, чтобы вновь земля была в цвету. Надписи «О чем? Прочти мне, мама!» «Слушай, дочка, я тебе прочту. Мы давно не слышим стонов, криков. Отгремела страшная война, но над нашим подвигом великим не имеют власти времена. Тишина граниту плит припала, солнце луч на каждом лепестке. Вот солдат, Аленка прошептала, девочку он держит на руке. Мама, эта девочка погибла? Нет. А как она спаслась? Он упал, прикрыв ее, без крика. Пуля до нее не добралась. Мама, этот дяденька ей папа? Нет, он ей не папа и не брат. За нее он жизнь отдал когда-то, зная только то, что он солдат. Поклонись, Аленка, им обоим, положи к подножке венок. И пришел тогда он с поля боя, а для нас он сделал все, что